Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дверь открывается, тут она такая с ножом, такая... Нет, я не угадал! Ага. Здорово, Витёк, здесь я пришел в хорорюшку сыграть. Doll Impostor. Это Among Us, только среди кукол, наверное. Выбери сложность, у меня только нормальная сложность есть. А когда вы разблокируете новый уровень, появится... А, понял. Эви, Белла, Дейзи. Нифига себе, тут целый список, что им нравится, что не нравится. Believe in mommy. Верь в маму. Так, открываем дверь. Где куклы-то? Это что такое? Какой-то радиатор. Шкаф. Шкаф не открывается. Книги. Ага. Вот они, куклы. Так, зеленая колба какая-то, стаканы. Белив и намал. Жесть. Какой-то скримачок поймал. А что вот это такое? Не любит пить чай с врагами? Не любит свет? Любит организацию? Это и нравится свет, значит не она. Тоже нравится свет, не она. Не нравится свет, не нравится чай с врагами. Любит организацию. Вот Эми. Эми подходит, да? Дальше Мэгги. Мэгги тоже подходит. 10 мужских, 10 женских. Понятно. Так, это свет любит. Значит, Эми и Мэгги пока, да? То есть я могу сразу вычеркивать, кто не подходит. Так, свет не любит, чай с врагами не любит. Так, любит. Свет. Свет, чай с врагами. Организация не нравится. А тут написано, что нравится. Тоже не может быть. Свет любит, свет любит. О, уже 3 осталось из 10. Партнер, у них еще партнеры есть, нифига себе. Так. Так, этот может быть. Макс, свет слева, свет слева. Так, этот может быть. Свет слева не может быть. Свет чай. Организация справа. А так. Свет слева, свет слева. Чай с врагами слева. Свет организации слева. Вот 5 уже, да, получается? То есть я должен за ними следить. Я должен закрыть дверь и пойти спать, я так понимаю. Чтобы они случайно меня не сожрали. Так, лег спать. Убей одну из этих кукол, кричат мне. Так, время 1:00. Кто-то что-то разбил, сходил. Кто это был? Чё свет-то не работает? Можно свет починить как-то? Ни хрена не видно. Так. Ты какого хрена здесь сидишь? Это же Билл. Так, Билл у нас может быть плохим мальчиком. Я помню. А, о, погоди, что-то новенькое. Так. Открывает коробки и передвигает себя. Что-то новенькое появилось, погоди. Открывать коробки, передвигать себя умеет. Открывать коробки не умеет. Убиваем, убираем. Передвигать себя, так. Передвигать себя, открыть коробки. Есть. Так, 4 осталось. Давай еще ночь поживем, посмотрим, что произойдет дальше. Давай поспим. Какой-то странный звук был, как будто дверь какая-то открылась. Они же не могли эту дверь открыть. О, твою ж... Срань господня какая-то напала на меня. Так, открывает двери. Смотри, у всех двери открыты. Вообще у всех двери открыты. Просто открыл всем двери кто-то.
Сэмми, я спасу тебя. Я буду закрывать все эти двери. Но ничего толком не произошло здесь, да? Давай тогда закроем их сразу, пойдем посмотрим, что по галочкам у нас появилось. А ничего не появилось. Давай смотри, если я не знаю, что телевизор, давай включим телевизор. Посмотрим, выключит ли он его, да, и музыку включим. Если выключить телевизор и музыку, значит не нравится. Поехали. Идем спать. Так, телевизор продолжает работать. Музыка тоже. Можно ли сделать вывод, что кукла любит это? Смотри, ведь ничего не изменилось. О! Стекло разбили. Так, кто это сделал? Это импостер все делает, да? И вот здесь стекло разбито. Так, разбитое стекло. Что это дает? Разбитое стекло означает вражду с куклой. Если музыка и телевизор остались включены, значит куклы это любит. Но они все не любят музыку и телевизор. Дейзи друзья, значит она бы не стала это делать. А это могла другая кукла? Погоди, другие куклы не импостеры же. Только импостер может это делать, я правильно понимаю? Вот, Дейзи и Айви, враги. У Билла. Может все-таки Билл? А почему он не выключил телевизор и музыку тогда? Надо еще раз попробовать. Ой. Там какие-то страшные звуки. Кровь какая-то. Знаешь, кровь X. Не любит кровь? Не любит кровь. Ну, видимо, это все-таки он. Это любит кровь. Минус. Да я думаю, это Билл. Давай пойдем посмотрим, что там произошло. Тут уже прям... Все прям на него указывает. Хотя вот то, что он не выключает телек с магнитофоном. Куда он делся? Сидит. Вот то, что он не выключает, это странно. А как понять, что он не любит кровь? Почему это появилось? Надпись. Ой. Все, Билла не стало, ребят. Еще у Сэмми пробой появился. А погоди. Билла не стало. Билл это он. Он забрал Сэмми все-таки. Закатал его. Ну, я думаю, это точно он. Но что-то как-то уже супер очевидно. Все прям на него указывает. Блин, картину с богами. Где эта картина у вас тут? На эту? Непонятно. Так. Ненавидит Сэмми. Дейзи и Айви сломал клетки. Вот музыка и телевизор только не вписываются и все. Я думаю, это он. Давай попробуем, в конце концов. И чего вы сказали просто крестики везде поставить, кроме него? А, нужно спать до конца, видимо, да? Тут же есть кнопка спать до конца. Как определилось, что он не любит телевизор? Я что-то не понял сейчас этого вопроса. Опять двери пооткрывал всем. Ну ладно, это он.
Все, хрен с ним. Все, закрываем и спим до усрачки. А! Так, как спать до усрачки? Где-то было написано в туториале. Как спать до усрачки? Пропустить просто спя. Понял. Так, смотрим. Ой. Вы выиграли, Билл. Ну, он с самого начала спалился, на самом деле. Он с самого начала спалился. Прям очень элементарно было вычленить. Окей, ладно. Эх, Билл. Ну, очень темная игра, на самом деле. Так. О, трудно. Еще один шаг сложности. Вы начинаете с 6:00. То есть у меня 3 часа на определение будет только. Прикольно. А, и подсказок не будет, надо думать самому. О, май гад. Ну ладно, еще и с 6 начинаю сразу. То есть у меня буквально, сколько, 2 или 3 часа на то, чтобы поймать врага. Жестко. Открывай. Хорошо, как понять, что ему не нравился телевизор? Ведь я же включал телевизор, и он оставался включенным. Как определить, что ему не нравится телевизор? Вот там у меня галочка появилась, что телевизор не нравится. Окей. С каким-то шансом выключит? Ну это бред, блин, что какие-то шансы. Так, что у нас тут? Ну и что, все куклы на месте. 6 часов называется. Ничего не произошло ровным счетом вообще. Ну здесь уже нужно знать, у кого какая коробка, да? Эми, Рики. Ни у кого ничего. А вот, разбито. Так, Руди это плохой враг для него. Для нашего искомого чувака. Долли, Руди, Лора, Зоя, Монти. Ну что я могу понять? Ну, кроме того, что вот Руди это враг. Окей, Руди враг, пошли смотреть. Кто это может быть? Руди друг, не то. Руди вообще не указан, то есть... Ну, то есть ему бы не сломали, да? Он нейтральный, скорее всего, считается для этого чувака. Здесь Руди тоже нету. Вот есть Руди у Меги. Здесь Руди нету. Руди во врагах. Здесь нету Руди. Рики, Виктор, Дейзи, Фредди, Эмми, Айви. Слушай, а многих можно прям по одному Руди-то отсечь. Смотри, здесь двое только остались. У Эми есть Руди? Есть Руди у Эми, извиняюсь. Проглядел. Давайте, 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 помогайте. Руди есть. Здесь... Ну, вообще только с четырьмя готов воевать. Здесь нет Руди. Так, Эми, Мэгги, Руди есть. Лора, Рики, Билли, Дейзи, Эми, Фредди. Руди любит. Так, Руди есть. Нету Руди. Есть Руди. Нету Руди. Есть Руди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Что еще можно посмотреть? Что можно еще увидеть в этой комнате?
Не любит кровь, забрал кого ненавидит, но крови после этого не осталось. Понятно. Понятно. Ну, здесь еще все на месте, никто ни двери не открывал, никто не двигался. Так, стоп, а может быть, если никто не открывал двери и никто не двигался? Может быть, он не любит двигаться и не любит открывать двери? Надо запомнить это, что в этот раз ничего не было открыто. А, проверим на музыку еще. И на телек. Включить свет еще. Свет просто электричество. Зум какой-то дает и все. Погнали. Так, что-то разбито. Свет выключен. Свет не любит. Так, музыка с телеком не выключена. Так, давай сразу пойдем помечем, что не любит свет. Давай смотреть. А, не любит свет. Не любит свет, не любит свет. Гениально. Не любит свет, не любит свет. Круто. Этот любит свет, значит не он. Тоже любит свет, не он. Не любит свет. Так, минус 2. Пошли смотреть, что там еще лопнуло. Кому-то камень прилетел. Опять смотри, ни одной двери не открыто. Сэмми прилетела. Теперь еще и Сэмми прилетела. Какой-то пассивный у нас импостер, да? Мне кажется, или Руди прям на меня смотрит глазами. Пошли чекать. О-о-о-о! Что это? 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 Так, Сэмми не любит Сэмми. Тоже не любит Сэмми. И это не любит Сэмми. Да что ж такое, Сэмми? Тебя все ненавидят. И это не любит Сэмми. И это не любит Сэмми. Гениально. О, этот в друзьях с Сэмми. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько у меня осталось? А в 9 часов я уже должен отметить? То есть у меня последняя ночь осталась? Я правильно понимаю? Последняя ночь осталась. В 8 еще можно будет, а в 9 уже все. У Руди сломано. У Руди мы уже отметили с самого начала. Он у нас первым был. Так, предлагаю еще раз включить музыку и телек. У нас еще одна ночь, я так понимаю, есть определиться. В смысле? Работает. Так. С чего взяли, что он не любит кровь? Доначу 2 раз, чтобы ты обратил внимание. У Зои Руди записан в ненавистных. Нет. Зои. Эми, Мэгги, Дейзи, Айви, Билл, Фредди, Виктор, Рики, Пенни. Нету Руди здесь. Зря задонатил, получается. Могу тебя поздравить. Так, пошли смотреть, что там произошло. Мама. Кровь. Не можно туда вообще входить, ребят? Телек выключен. Музыка выключена. Билл сидит. Мне нельзя туда ходить, я так понимаю. Или можно? Понятно, что телек и музыка любят кровь. Очень много сразу показателей. Так, музыка не нравится, телек нравится. Кровь не нравится, сразу минус. Кровь
нравится. Телевизор, музыка, свет не нравится. Ну, прям Мэгги подходит. Так, дальше. Музыка, телевизор, кровь не нравится. Белла не подходит. Билл, кровь не нравится, не подходит. Рики. Кровь нравится, но ему и телек нравится, и музыка. Не подходит. Ну, получается, только Мэгги остается. Лучше, говорит, не будем заходить, не будем проверять. Могу заходить, говорят. Ну, я и так определил врага. Тут методом исключения. Так что все, я там закрыл дверь, кстати. Да, закрыл. Ну давай. Сейчас последняя, да? В любом случае последнюю ночь спим и решение. Они могут других двигать, кстати, да, могут. О! Все. Правильно. Ну тут идеально. Фух. Дол импостер. Забавная игрушка, на самом деле. Сначала непонятно, но чуть-чуть подразберешься, становится забавно. Есть еще более сложная сложность. Сложность Космар. Экспертный режим. Вы начинаете с 8 часов. В смысле с 8? У меня только одна ночь, что ли? Я должен за одну ночь определить, кто. Все, это единственная ночь. Что я слышал? Я слышал бегающие ножки, смех. Что-то подвинули и что-то упало. Железное. Капец, вот эта картина меня встречает. Любит музыку, любит свет. Это все, что я могу сразу сказать. Крови нигде не видно. Кто-нибудь наверняка пропал. Расставляет фигурки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Один пропал точно, и крови нету. Либо куда-то спрятался. Почему все подвинуто, капец? Есть разбитые стекла. Так, тут надо в несколько заходов идти. Давай начнем с того, что свет и музыку любит, да? Поехали. Любит свет и любит музыку. Свет и музыка есть. Музыку не любит. Свет не любит. Свет не любит. Свет не любит. Свет не любит. Что такое открыть коробки? А, дверь то, что открыта, да? Свет не любит. Так. Свет не любит. Не любит свет. Музыку не любит. Не любит свет и музыку. Это вообще ничего не любит. Ему все не нравится. Музыку не любит. Так, только по свету и по музыке вот как определилось. Так, теперь пошли смотреть, где разбитые стекла. Кого ненавидит? Ненавидит Эми. Возможно, Эми здесь и нету из-за этого. Все остальное целое. Так, не любит Эми, давай посмотрим. Эми ненавидит. Так, Эми ненавидит. Эми в друзьях. Эми враг, Эми враг. Так, Эми любит. Так, так, так. Здесь Эми нету. Эми ненавидит. Здесь Эми тоже нету. Так, раз, два, три, четыре, пять. А дальше что там? Все подвинуто. Это что значит? Организация называется, наверное.
Передвигать себя, передвигать других любит еще. Ребят, когда двигает предмет, это организация? Просто, ну, перевод, наверное, какой-то тупой. Вот это ненавидит организацию, соответственно, а там все передвинуто. Тоже не нравится организация. Так, это любит. Тоже не нравится организация. О, а я уже нашел. Флора. Давай проверим. Не любит кровь. У нас крови нету, хотя кто-то... хотя кто-то убит явно, да? Надо проверить на врага. А что тут проверять? Ну, в любом случае, перемещает других, да. Передвигает себя, видимо, тоже. Давай Флору поищем, где она. Флора красавица. Она должна пить чай с друзьями. Она пьет чай сейчас. Там чаепитие накрыто. Открыть коробки. Открывает коробки. Ну, тут все сходится. Прям вообще по всем пунктам сходится. Я думаю, это она. Ну, конечно, это ожидание в конце такое. Такое. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дверь открывается, тут она такая с ножом такая. Нет, я не угадал! А что было? А почему? Это был Сэмми? Это был Сэмми? Но ему же не нравится организация. Ему не нравится чай с друзьями. А он с врагами как раз пил. Флора, Рики и Бастиан. А, он с врагами как раз пил, а организацию кто-то другой... Не, погоди, а как? Почему организация тогда проскочила? А, ему не нравится организация. Все, я понял, поэтому он хаос и устроил. Я просто неправильно... Ай, черт, точно. Блин. Ну, конечно же. Ему не нравится то, что все стоит ровно, и поэтому он устроил бардак. Тьфу ты, блин. Просто в организации ошибка была. Ой, кровяка. Любит свет. Красиво сидит, телек смотрит. Любит свет и музыку. И любит организацию. Любит свет, музыку, организацию. Бил во врагах. Ну, пошли отметим хотя бы это. Свет, музыка, организация любит. Не нравится организация. Не нравится музыка. Не нравится свет. Не нравится свет. А, так, организация не нравится. Музыка. Музыка, организация, организация, свет. Организация, организация, музыка, организация, свет. Ну, вообще все не нравится. Справа вообще никого не осталось. Так, кто там во врагах был? Билл? Любит кровь еще, да? Билл враг. Что с кровью у нас? Не любит кровь. А, враг Билл. Ненавидит. Здесь враг Билл. Окей, уже двое остались. Быстренько. Люси еще. Ну, Люси, вот она. Люси и Дейзи остались.
Надо понять, что там за чаепитие. Мне нравится открывать коробки. Они же открыты. Они же открыты. Ну и все, значит. Мне нравится открывать коробки. Остается только Дейзи. Ей не нравится телевизор и чай с врагами. Значит, Дейзи должна пить чай с Эми, Беллой, Мэгги и Рики. Дейзи пьет чай. Эми, Белла, Мэгги и Рики. Давай смотреть. Кто из них Дейзи вообще? Дейзи, Белла, Эмми. Ну, вроде друга нам пьет чай. Смотри в чат. Чаепитие с друзьями. А, чаепитие с друзьями, когда они лицом сидят, а с врагами, когда спиной. В прошлый раз спиной сидели. Это с друзьями чаепитие. Все, понял. Ну все, очевидно, это она. В этот раз точно. Все. Люся не любит организацию, это ее минус, да. Она любит хаос. Надеюсь, там белый свет. Есть. В этот раз повезло. Есть еще более сложная сложность. Что там? На время, что ли, игра будет или что? Профессиональный. Только для профессионалов. Начинается 8 и имеет всего 3 под... 3 чего под? 3 подсказки? Хаос с нами. Ну, стулья, кстати, подготовлены под чаепитие с врагами, хотя хрен знает. Не любит Сэмми, и Сэмми нету, кстати. Не любит двигать куклы. Ненавидит Сэмми, любит беспорядок. А, еще не любит Бастиана. Сэмми, Бастиан. Беспорядок. По поводу света, музыки и телека ничего сказать нельзя, да? Ну, пошли попробуем. Что там было с Эмми и Бастиан, да? Давай попробуем. Всего 3 подсказки, да? Не нравится... Так, организация, давай сначала. Нравится организация, все вычеркиваем. Если нравится организация, вы не с нами. Так, Сэмми... Блин, я опять забыл. Сэмми, кто там был? На имена память. Бастиан. На имена вообще дырявая память. Давай врагов искать. Сэмми, Бастиан. Здесь таких врагов нету вообще. Сэмми вообще в друзьях. Нету их. Тоже в друзьях. Бастиан враг, но Сэмми друг. Нету. Бастиан во врагах, но нету Сэмми. Такое может быть?
Сэмми в друзьях. Вот он. Все, я нашел. Я себя нашел. Виктор Привратник. Давай посмотрим, что у него. Телек не работал. Точно, совпало. Чай с врагами. Ну, тут хрен поймет. Переместить других. Мне нравится перемещать, кстати, я заметил, да, я зашел, что все на местах сидят. Не нравится кровь, крови нету. Это тоже один из пунктов. Так, телек не был точно включен. То, что музыка нравится. А коробки открытые, кстати, я не посмотрел. Но он мог не успеть открыть коробки, да? У меня только три признака. Какие мне три признака дали? Мне дали признак... То, что свалку любит, кровь не любит. А какой третий мне дали признак? Ну, в любом случае, как-то сочетается только в него все. Не знаю. Да, Витя убил Сэмми, получается. Давай, пробуем. Враги, чай с друзьями, организацию. А где там чай с друзьями ты увидел? Чая-то не было никакого. Опа-на! Бахнул. Виктор, find Виктор. Виктор нашел Виктора. Еее! Победа! Витя сам себя раскрыл. Есть еще большая сложность? Нету, все это максимальное. Еее, я прошел игру. Ну, в принципе, понятно. Вначале ты разбираешься. Все совершенно непонятно. Глупо выглядит. Ты думаешь, что в этой огромное количество информации. На самом деле не так уж много информации в этой игре есть. Спасибо за внимание. Витек был здесь. И это был Дол Импостер. И я нашел сам себя. Опасный Виктор. Виктору опасно не ставить лайки, я вам также скажу. Поэтому, если вы не хотите, чтобы я пришел как-нибудь к вам ночью и не сел прям на вас в виде куклы, поставьте лайк. И, кстати, вы посмотрите в описании, там есть ссылка на телегу. А потом еще опуститесь еще ниже и напишите комментарий. Все, всем пока.